Всех приветствую на канале Ярославский огород. За окном 14 сентября кукуруза хунибентом созрела и готова к уборке. Вот мегатонну еще расти до октября. Выращивать кукурузу мне очень понравилось. Хорошо растет, не требовательно к уходу. Главное поливать и подкармливать. В следующем сезоне попробую выкроить более солнечное место для данной культуры с целью ускорения созревания, а то уж очень долго ждать. Это видео завершает цикл роликов о кукурузе по вторникам. Теперь видео будут выходить традиционно по пятницам. Впереди вас ждут видео о способах приготовления кукурузы и большой обзор, где все будет как вы любите. От посадки до уборки за пару минут, с датами посадки, сроками подкормки, защиты от родителей, в общем, все по фэншую. Процесс роста кукурузы вы можете смотреть по ссылке на плейлист в конце ролика, где 18 видео подробнейшим образом показывают, как росла данная культура. Всем спасибо за просмотр. Новое видео каждую пятницу в 20:00. Всем пока и удачи!